Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Сегодня, как всегда, обсуждаем, чего интересного есть на рынке, к тому же есть что обсудить. Вчера были оглашены данные по процентной ставке, оставили без изменения, но уже проскочили сообщения о том, что собираются вроде как в следующий раз ее все-таки повысить. Поэтому, я думаю, все заметили, как DXY вчера скаканул наверх, то есть в основном было не из-за того, как озвучили процентную ставку, а в дальнейшем выступлении Елены, которая, как всегда, немножко рынок труханул. Ну, об этом сегодня еще успеем поговорить. Напоминаю, что если кто-то желает рассказать о своем видении рынка, пожалуйста, пишите в чат. Если в чат писать не можете, значит вы либо забыли авторизоваться, либо забыли зарегистрироваться на сайте. Исправляйте эту маленькую недоработку, присоединяйтесь к беседе. Новичкам хочу сказать, что построений будет достаточно много, но, по крайней мере, вам их запоминать не нужно, потому что можно скачать раздаточный материал в самом конце занятия. И вот здесь в списке профилей у вас появится аналитика от Вершова. Открыли, посмотрели то, что вам нужно, и перешли на тот профиль, на котором вы привыкли работать. Так что с этим никаких проблем не будет. Вот, сейчас я с экрана исчезаю, и мы с вами посмотрим, какие новости ждут нас сегодня, и переходим уже к анализу графика. Так, пока вижу в чате народу не так много. Приветствую всех. Теперь давайте посмотрим, что ждет нас сегодня. Четверг, 4 мая. Сегодня будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги через 10 часов в 19:30 и выступление главы Банка Канады в 23:25, это примерно через 14 часов. Так что будем караулить Еврика и канадца сегодня. Так, ну и пятница, естественно, у нас будет важная, потому что первая пятница месяца. Это количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, уровень безработицы, заработная плата и так далее. И в конце еще выступление Елены, но это мы с вами завтра и послезавтра еще обсудим. Завтра успеем обсудить, послезавтра уже выходной. Так, ну давайте приступим. А у меня по аналитике поток отсутствует. Поток отсутствует? Да. Нет подключения, тебе говорит, вот клиент замигает, тебе люди пишут, а ты нет. Так, у меня идет поток. Все есть? Сейчас проверим. Проверь, пожалуйста. Так, люди, отзовитесь, есть поток или нет. А то мне вот тут жалуются, что уже даже звонили в офис. А то, может, я тут сам с собой разговариваю. Обычно это первый признак сумасшествия, было бы неприятно это осознавать. Так, у кого нет, F5 и обновить. Флэш-плеер, потому что у меня сегодня тоже требовал обновления. Не могу понять, это косяк у меня или косяк у тех, у кого локально не запустился. Я вот смотрю, у Светланы потока нет. Так. И вроде бы, наверное, другие пишут, что вроде нормально. Но будем надеяться, что это единственный косяк, потому что вроде бы ключиков стало больше. Так. Вот, если звук есть, видео нет, Максим, я так понимаю, вы меня слышите, попробуйте обновить флешплеер, потому что я вот сегодня, когда только пришел, на всякий случай попробовал воспроизвести видео, у меня тоже браузер потребовал обновления флешплеера. Так что сначала обновляйте браузер, потом, если не поможет флешплеер, или в крайнем случае попробуйте с другого браузера зайти. Если вы в Mozilla смотрели, попробуйте с Chrome зайти. Если с Chrome, то в Mozilla. Соответственно, достаточно часто помогает. Будем надеяться, что это такая единственная проблема у нас будет, что сейчас она быстро решится. Так, пошли дальше. DXY. Ну вот вчера на новостях дернулся наверх, подошел к 99.50, пока что сам уровень не пробил. Мы с вами говорили, что может дергаться то вверх, то вниз до 10 числа, но пока именно так и происходит. Так, каких-то сильных больших движений мы не видим, и может быть даже до пятницы ничего подобного уже не произойдет. Вот в понедельник вполне возможно, что веселье будет, потому что Франция огласит результаты выборов. Франция влияет на Еврика частично, а Еврик влияет на DXY тоже частично. Так что мы гэпы уже с вами видели, поэтому пренебрегать этим мы не будем с вами. Так, вижу, еще присоединились Алексей, Виталий и Михаил. К вам тоже вопросы, есть поток или нет, потому что вначале у нас были небольшие проблемы. Надеюсь, что у вас тоже все нормально. Так, DXY. Ну вот этот вот рост вчерашний остался в пределах тех границ, которые мы рассматривали, даже примерно на том же максимуме, который был примерно 26 числа. Сейчас ждем наступления завтрашнего утра. Так, вот вижу, Денис также пишет, поток есть. Виталий пишет, все хорошо, так и Михаил тоже подтверждает, что все нормально. Ну, значит, проблема локального характера. Скорее всего, флешплеер был не обновлен. Ждем 5 числа утра. Вполне возможно, что 5 числа уже все будет значительно веселее. И не забывайте, что в принципе 5 число для нас важно, потому что будут выходить важные новости по Соединенным Штатам. Первая пятница – это всегда достаточно напряженный день. Если DXY собирается падать, ему нужно пробить 98.65, чтобы мы хотя бы начали рассматривать данную перспективу в более глобальном плане. Если же, как вот пришли новости сегодня о том, что Америка вроде как в следующий раз собирается процентную ставку поднять, но неизвестно, то ли они решили слух запустить, то ли они реально так собираются сделать, еще, естественно, никому неизвестно, придется подождать, уже работать фактами. Ближайший уровень, если DXY собирается расти, это 99.55. Там может начаться коррекция, дальше уже посмотрим. Завтра будет виднее. Спустимся пониже. Диапазон он все-таки вчера еле-еле пробил. Как раз мы с вами говорили, что на 20 часов выпадает важное время. Именно после него произошел рывок наверх, но это произошло не из-за того, что мы с вами посчитали, да, а из-за того, что именно происходили важные события, именно фундаментального характера. Поэтому первый импульс мы уже с вами увидели, сейчас коррекция идет. Если он сейчас останавливается прямо на 99.30, то значит дорога ему на 99.66. Вот сюда. Это первая цель. Вполне возможно, что он может запнуться или на пути к ней, где-то вот так, как только желтый цвет вернем сейчас. Вот, на пути к ней может остановиться. Почему? Потому что времени маловато у него. Вот, либо же он придет все-таки в идеальном варианте до 16 часов. И потом оттуда скорректируется и пойдет все-таки гэп закрывать. Ну, пока так далеко заглядывать не будем вперед. Если DXY начнет расти, соответственно, доллар начнет чувствовать себя лучше, поэтому еврик с фунтиком начнут загибаться вниз, японка со швейцарцем начнут идти наверх. Я и про котировки говорю. Еврик на днях особо никакими движениями сильно не отличается. На протяжении 8 дней последних, да? Так что ждем, наверное, все-таки 10 числа. После него будет уже ясно, чего она собирается делать. У нас данных достаточно для того, чтобы рассматривать дальнейший рост евро, но пока нет поводов делать подобные вычисления. Поэтому пока разметку оставляем, но новых расчетов делать не станем. Дальше еще есть комментарии, я вижу, появились в чате. Павел пишет: по ожиданиям завтра DXY 99,8. Денис пишет: цель DXY по FIBA 99,57. Тут, кажется, у нас близкие получили значения. У меня 99,66 в случае роста получается. Так, дальше сообщение есть от Саши. У нас пока неясная ситуация, есть скрин. Так, сейчас выделю. Но думаю, скоро определиться, в какую сторону пойдет, и увеличенный график, если нужно. Ну, по порядку посмотрим. Сначала первый скрин. Да, новый вариант отображения явно посимпатичнее. Того более удобно. Так, ну пока да, они прям сплелись в разные стороны. А если поближе, только давайте посмотрим. Что-то у меня мышка опять с ума начинает сходить, непонятно из-за чего. Так, как раз в большем значительно промежутке. Так, и вот здесь они как раз вместе сошлись. Четкого направления пока нет. Ну, скоро, я думаю, узнаем более точно, когда разойдутся. Так, спасибо за сообщение. Так, что у нас еще есть? В чате появился еще один пост. Павел пишет: даже 100 DXY возможно. Так, ай-яй-яй. Вот, значит, ожидание где-то в 99-95, да, при условии, что пробьет 61,8. И, кстати, в этом плане 99,55, 99,6 мы как раз фактически 3 человека получаем независимым способом. Так, хорошо. Так, вот Саша пишет, что можно зум сделать побольше. Давайте попробуем поближе посмотреть. Так уже явно лучше. Но пока они вместе сплелись, не так явно видно, что происходит. Так, хорошо. Так, только у меня куда-то чат теперь пропал. Так, теперь у меня какие-то проблемы. Сейчас попробую перегрузить. То без чата будет не очень удобно. Как-то сегодня день уже со сбоев начался. Так, все, чат у меня восстановился. Так, Саша пишет: главное, что у нас чат есть, но если я его читать не смогу, то будет очень плохо. Вот, потому что не смогу брать обратную связь и ориентироваться на аудиторию. Так, пошли смотреть на Еврика на более маленьких таймфреймах, на часах. Так, и что видим? Видим, что вчера он... получается, он минимум-то нарисовал еще когда? В 12 часов. То, что говорил, перенести самим. Попробовал дать сигнал в 17 часов. Не получилось. Потом попробовал дать сигнал в 21 час. Соответственно, кто сам углы переносил, я так понимаю, в Еврика зашли, вот он сигнал. И потом вот вплоть до вот этого где-то свечки, сейчас точно посмотрим на какой. Да, до вот этой свечи, то есть минимум можно было забрать где-то 14 пунктов, а по-хорошему может быть даже и 19. А если вы не выходили из позиции, а просто ее сопровождали, как раз то, что мы обсуждали недавно на клубнике, то сейчас отрабатывается уже коррекция, начинается новый импульс, он может дать еще, в дополнение к тому, что уже прошел, еще 20 пунктов. Так что жду сообщений в чате, кто успел поймать Еврика. Мы пока переносим углы. Этот сюда, вот этот сначала сюда. Потом получается у нас вот здесь вот максимума нет. На всякий случай проверим. Не люблю эти вымерять пункты. Да, нет еще. Ну, через пару часов появится. Ничего страшного. Сами передвинете. Короче говоря, когда вот здесь будет максимум, или на этой свече, да, или на какой-то из следующих, возьмете сами вот так вот передвинете. Сейчас пока оставляем здесь. В любом случае сигнал, скорее всего, вниз будет пока что. И тогда можно будет рассчитывать еще где-то на 16 пунктов. Тем, кто внутри недели торгует, это не особо интересная сделка, а интрадейщикам вполне неплохо. Фунтик. Фунтик вчера сначала дал сигнал на продажу, когда там еще в 17 часов, тогда еще, по сути, он только подходил к перепроданности, запрета не было. Получается, вот он, сигнал, потом он был еще один, сейчас проверим, только запрещенный или не запрещенный. Вот здесь вот, так, не вижу, надо померить, чтобы подтасовки не было. Так, здесь 0.21, здесь 0.20. То есть он был все-таки немножко выше. Тогда, значит, и здесь тоже был сигнал. То есть кто-то зашел раньше, кто-то зашел позже. Ну, первый вариант, конечно, был поинтереснее. Выход вот здесь, то есть можно было забрать где-то либо 20 пунктов, либо 28 пунктов. Тот, кто стоит до сих пор, вот вчера буквально перед тем, как с работы уходил, с некоторыми ростовскими пообщаться успел. Как раз успели пошортить фунта. Кто заходил и еще держится, ну, как минимум до угла сидим вот здесь. А это еще где-то, может быть, пунктов 20, может быть. Так что сопровождаем позиции, стараемся побольше забрать от этого всего. Теперь переносим углы вот этот сюда. То есть только что начинает формироваться новый сигнал на продажу. Только уже не такой выгодный, как до этого. Сказать, что прямо сейчас он уже есть, нельзя, потому что свечка не закрылась. Вот, если она закроется так, что красная линия не зайдет за синюю, то запрета не будет, и можно будет рассматривать краткосрочную сделку в пределах 26 пунктов. Вот. Здесь максимума нет, поэтому мы пока что сюда не можем перенести угол. Сейчас можем перенести вот сюда. Через пару часов можно будет сделать вот так. Ну, пока оставляем вот здесь. Это мы сейчас где? Это мы к 1.1 идем, то есть скоро время и цена, как я люблю говорить, возьмутся за ручки. Так, дальше. Денис пишет, цель по ФИБА на часах 4 часов совпадают, пункт в пункт 1.27.985, но думаю, идет в среднесроке немного ниже. Так, 27.985. Ну, как раз, когда дойдем до расчета по квадратам, тогда будет понятнее, именно до каких пор идет. Если он за 1.1 зайдет, то там цели будут достаточно хорошие на продажу. Нужно только дождаться, чтобы он пересек вот эту желтую линию. Так, швейцарец. Что сделал вчера швейцарец? Швейцарец вчера предложил зайти сразу после аналитики. В 10 часов предложил зайти на продажу, когда 10 час закрылся, то есть в 11 получается, да, на вот этой свече. И получается почти сразу получился дивер. Так что прибыль там была всего ничего. Там буквально 10 пунктов. Либо в безубытки убежали, либо совсем там поверх спреда чуть-чуть забрали и все. Потом угол перекочевал вот сюда. Цена пошла выше. Вот здесь была попытка сделать сигнал на покупку. Здесь был запрет на вход. Образовался новый максимум. Сначала перешел вот сюда. Была попытка покупки, не получилось. Второй переход, попытка покупки. Вот сейчас формируется новая покупка. По швейцарцу остается еще 23 минуты до того, чтобы сигнал был полностью сформирован. Если пробивает, то, соответственно, сигнал наверх, можно будет становиться в лонге. Так, вижу, Андрей присоединился. Доброе утро, Андрей, приветствую. Дальше смотрим на японку. Японка как раз с помощью доллара котировка полезла дальше наверх. Вот здесь был сигнал в 15 часов. Без каких-либо запретов. Очень точный, четкий сигнал. И цена пошла дальше. И вот здесь вот был первый сигнал о том, что пора уже бегать оттуда. То есть где-то вот в районе 37 пунктов можно было забрать. Те, кто решил отрабатывать цели по квадратам, то там еще достаточно далеко идти. Это чуть-чуть позже разберем. Плюс сейчас вполне возможно, что начнется маленькая коррекция в пределах нескольких часов, потому что идет дивер. Вот он. Так, коряво немножко нарисовал. Вот так. Ждем какое-нибудь небольшое движение вниз и потом заново наверх. Максимум уже сформирован, поэтому мы можем поставить новый угол. Минимум тоже сформирован, можем поставить новый угол. И сидим, ждем, что будет дальше с японкой твориться. Следующий австралиец. До этого был хороший сигнал, но он был запрещен 3 числа в 6 часов утра. То есть только агрессивные по нему заходили, да, но отработался, правда, очень хорошо. Жалко, что была перепроданность. Сейчас начинает формироваться дивергенция. Только начинает, еще пока ее нет. Нужно, чтобы одна-две свечки хотя бы еще были. Вот, Павел пишет, иена до 1.12.4 дальше продолжит рост. Я это прокомментирую чуть позже, когда до квадратов дойдем. У иены у нас расчет есть, который очень долгое время остается актуальным и очень хорошо отрабатывает свои цели. Здесь мы пока примерно направление просто определяем. Так как австралиец зашел за ближайший угол, это 1.1, то есть цена снова начинает ускоряться. Если она у нас вот последние, сколько там, 76 часов торговых, она находилась в отставании от времени, сейчас она начинает вперед времени уходить. То есть начинается ускорение, и со следующей коррекции можно будет, в принципе, дальше в него впрыгивать. Особенно если доллар продолжит усиливаться, соответственно, это будет австралийца тянуть вниз. Следите внимательно, вот тут может быть дивер в ближайшие несколько часов. Интрадейщикам как раз можно будет еще в лонге встать. Новозеландец. Вот как раз произошло то, чего нам так сильно не хватало. То есть вот этот самый откат, который мы еще вот здесь вот ждали, когда же он произойдет. Вот он произошел, так что теперь можно спокойно померить скорость. Правда, работаем мы по сути не на часах, а на 4 часовиках, на более старшем таймфрейме в данной ситуации. То есть теперь первое колебание, чтобы было понятно, которое мы выделяем в данном движении, вот оно. Вот это импульс, вот это коррекция. Вот она, первая вибрация, скорость. Получается 5,3. Покороче сделаю, чтобы удобно было. Берем реверсивный, чтобы было видно. И теперь строим сам веер. Тот, про который пару дней назад уже говорил. То есть все, сейчас цена находится в состоянии почти стандартного ускорения. И осталось только прикрутить к этому всему перенесенные углы. То есть вот реверсивный. Вот сначала сюда, потом с образованием нового максимума вот сюда. Перенесенный 1,1. Так, только я вижу... А, это 2,1. Почему они не совпадают? Вот, параллельно. Значит, все правильно. По сути, в 8 утра сформировался сигнал на продажу дополнительный по новозеландцу. Вот он. Только перспектива пока что не очень большая, потому что, во-первых, дивер вырисовывается. И, во-вторых, очень часто происходит остановка около одного из основных углов, а до него осталось там каких-то 8 пунктов. Поэтому в данной ситуации пока открываться не стоит. Если пробьет 2.1, тогда можно открываться уже смело. И обратите внимание, что здесь присутствует. То есть зона консолидации. Вполне возможно, что где-то там вот этот следующий импульс, который сейчас формируется, он где-то там и заглохнет. Так, дальше. Дальше. Алексей, покажите пример на 38 попугаях, как определить, сломан дивер или нет, супруга и разногласия по этому вопросу. Ну, это может касаться не только 38 попугаях, а абсолютно любого осциллятора. То есть дивергенция – это тот сигнал, который отрабатывается либо практически сразу в течение там, одной, ну, может быть, двух-трех свечей, не больше трех, после того, как сформировался сигнал. Вот здесь, например, да, смотрите, дивер. А я, что у меня с мышкой? Сама хочет сделки открывать уже без меня. Так, вот, смотрите, дивер появился и фактически сразу началась отработка. Вот это классический сигнал дивера, здесь никаких вопросов у вас быть не может. А типичный пример, когда ломается дивергенция, это когда идет очень сильное движение, очень сильный тренд. Да, дивер вроде бы появляется, но тут же идет движение в ту же сторону. Самый простой пример, берете любой индекс, когда он прет по тренду. И, насколько я помню, NASDAQ у нас большой мастер по ломанию дивергенции. То есть вот здесь дивергенция появилась, уже даже там двойная или тройная она была. Ну, давайте сначала начнем. То есть вот здесь вот, да, они были. Жалко, у меня построение поудалялись какие-нибудь. Ну, хотя бы вот эти вот. Посмотрим, вот. Только они другим цветом нарисованы. То есть вот здесь мы видим, что образовалась дивергенция. И ждем, что появляется сильная медвежья свеча. А ее нет, она просто идет дальше. У дивергенции очень просто этот момент запомнить. То есть она отрабатывается либо сразу, либо никогда. Вот здесь опять, да, то есть если вот отсюда строить, то есть вот по вот этому максимуму, да, то есть вот максимум на цене и вот здесь максимум на цене. У нас нет сильных медвежьих свечей, к которым можно присоединиться. Он как пер вверх, так и продолжает. Поэтому обычно ждут максимум 3 свечи. Если через 3 свечи не начинается явное, сильно выраженное движение в обратную сторону, то дивергенция сломана. Обычно подобная ситуация возникает при очень сильном направленном тренде. Вот. Как правило, вот, хорошим примером являются индексы. Если хотите взять себе в качестве небольшого фильтра, чтобы не попадаться на дивергенциях, можете взять вот этот старый пример с машками, который я на аналитике по индексам показываю обычно. То есть берем машки с кратностью 120, берем 120, 120 умножить на 2, 120 умножить на 3, на 4, на 5, на 6, на 7 и так далее. В результате, если они вот так вот располагаются в нужной последовательности, то есть 120, 240, 360, 480, вот так вот дальше, то значит тренд сильный, обычно внутри него почти всегда диверы ломаются. Если последовательность любая другая, кроме той, которую я назвал, то внутри нее уже начинают появляться, в данном случае при растущем тренде, медведи. Если бы шло то же самое вниз, то быки. И именно за счет них происходит дивер. Потому что дивергенция по своей природе это появление скрытых источников движения в противоположную сторону. Почему скрытых? Потому что у рынка есть инерция. Потому что крупные участники не способны сразу мгновенно всем своим капиталом, который они бы хотели, вбухнуть в рынок все, что нужно. и также выйти из него мгновенно. Поэтому они постепенно покупают, 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 потом продают, 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 продают. И вот это вот создает эффект вот этого разогнавшегося товарного состава, который сразу не может затормозить. А дивергенция как раз вот этот момент более легко замечает. Вот этот пример с постиранными джинсами я уже приводил. Или с заначкой в старой куртке. Кто базовый курс проходил, я уже сам смысл объяснял. То есть дивергенция — это не расхождение двух линий. Расхождение двух линий — это следствие того, что есть дивергенция. Самое главное — понимать природу, из-за чего подобное явление возникает. Если на ваш вопрос, Денис, я ответил, то с вас плюсик в чате. Так, мы продолжаем. Так, новозеландца посмотрели. Канадец теперь. Так, у канадца была попытка дать сигнал на продажу. Была перепроданность. Так, Олег задает конвергенция. Конвергенция — это дивергенция с противоположным знаком. Когда народ начинает сильно, в основном, умничать на форумах, что здесь возникла дивергенция, здесь возникла конвергенция, там, по сути, и то является расхождением потоков. Просто одно в сторону увеличения, другое в сторону уменьшения. Но по большому счету вы можете называть это как угодно. Можете хоть расхождение линий называть или так далее, противоположные линии. Называйте как хотите, главное, чтобы вы понимали суть самого процесса, который происходит на рынке, из-за которого все это веселье начинается. Поэтому, на мой взгляд, проще использовать один термин и для растущего, и для падающего движения, чтобы было видно саму идею. А лишние термины здесь абсолютно не нужны. Просто придавать из-за знака дополнительные термины, на мой взгляд, не нужно. Так, ну смотрим. Здесь в 17 часов был сигнал на продажу, мы смотрели, уже была перепроданность, так что вряд ли кто-то заходил. Образовался минимум, образовался максимум, и вот сейчас он будет пробовать дать сигнал в покупку. Остается 11 минут, через 11 минут возможно будет потенциальный сигнал. Ждем. Так, дальше плюсик увидел. Так, пока вроде бы все сообщения прочитал. Дальше, теперь переходим на квадраты. Еврик как раз до границы канала сходил и отбился. Нового сигнала нет, до этого был отличный разворот по времени, как, собственно, и до этого, да, уже два времени подряд, даже три времени подряд отработались, так что оставшиеся сегодня в 19:40 и завтра в 15:40, скорее всего, будут тоже отработаны отлично. Кстати говоря, в 15:40 мы с вами попадаем почти в нон-фарму. Так что явно рынок будет хорошей волатильностью обладать. Пока не выйдет за пределы, трогать особо смысла не вижу. Дальше. Еврик пробовал сделать сигнал на продажу на 15 минутках, но вот он запрет на вход, он вернулся в канал. Так что после закрытия этой свечи будем ждать новую свечку, пробивающую либо нижнюю, либо верхнюю границу. Ну, судя по DXY, скорее все-таки нижнюю. Он это сделает. Дальше. Фунт. У фунта был сигнал 22 часа на продажу. Кто-то входил еще раньше, вот здесь вот, когда рассматривали просто часовые графики без квадратов. Вот, кто-то, может, заходил на времени, в зависимости от степени вашей агрессивности. Да, вот он только сейчас первую цель забрал и будет идти либо к 28 пока что, либо к 27.72, это вот ближайшая основная цель. То есть у фунта есть возможность упасть еще на 70 пунктов вниз. И потом явно будет коррекция где-то в районе 15 часов. Это вот как раз следующее расчетное время. На 15 минутках По фунту видно, что вот это падение уже, скорее всего, или на этой, или на следующей свече уже завершится. И начнется коррекционное движение наверх. И потом после 13 часов попытка еще раз будет упасть. Что, в принципе, не противоречит тому, что мы только что разбирали. Швейцарский франк. Итак, попытка продать не получилась. Потом новая попытка продать в 21 час 2 числа. В этот раз уже как бы никаких проблем, никаких запретов нет. Пополз к первой цели. Вот здесь он ее взял. Потом начинает дергаться то вниз, то вверх. И не хватило ему сил взять основную цель. Поэтому кто-то убежал наверняка еще вот здесь. Забрал где-то 17 пунктов. Сейчас она вернулась обратно, цена в диапазон. И пока из него не выйдет, по сути, наверное, особо ничего со швейцарцем делать не нужно. Следующая японка, за которой уже разговор сегодня был. Взял инструмент основную цель на 112 514. Соответственно, раз он пробил этот уровень, будет возможность сходить еще выше. Сейчас вот видите, разворот по времени произошел. Откат назад у японки может быть наиболее вероятный до 112 514 или чуть-чуть ниже. И будет пробовать до конца недели взять 113 105. Если доллар будет укрепляться, он как раз поможет ей вырасти. И вот тут нужно сразу сделать еще одну оговорку. У нас с вами есть здесь вот еще одно построение. Тут, кажется, один лишний график. Да. Давайте уберу его, чтобы его тут не было. Так, где японка? Не вижу. Вот он. То есть мы с вами смотрели, что была высокая вероятность отскока, чтобы она еще раз вернулась в диапазон. Вот здесь возврат был. Она потом все-таки со второго раза смогла взять биржевой уровень. Поэтому у японки есть перспектива сходить даже на 113.31. За счет того, что доллар может укрепиться, он протащит котировку еще выше. До 8.05, до 8 часов утра у японки в несколько импульсов и коррекций есть возможность подняться до 113.31. Посидим, подождем. Кто заходил еще от 112.05 от уровня расчетного, да, от любимого угла, сидите дальше, сопровождайте позицию, вы уже в любом случае ничем не рискуете. Вот. Те, кто прозевали этот момент, тут уже как бы поздновато что-то делать. Так. Возвращаемся дальше. Следующим инструментом австралиец. У австралийца на квадратах был сигнал на продажу в 17 часов. Это вот как раз хорошее дополнение к тому, что когда мы смотрели по углам, вот здесь вот у нас чуть раньше был запрет вот за счет вот этого показателя. Зато по квадратам при пробитии 0.74 596 никаких запретов не было. Вот. И был очень четкий сигнал, когда нужно было уходить. Австралиец идеально взял основную недельную цель, которая составила, ну, в идеале она была бы 40 пунктов, а забрать могли бы по-хорошему где-то 37-35. И отбилась назад. Потом развернулась по времени и идет теперь за дополнительной целью на 73-86, если до этого ее по диверу не развернет. Так что подождем. Дальше Михаил пишет, если иена, последние контракты на Chicago Mercantile Exchange стоят на уровне сопротивления 112.90, выше контрактов нет, крупные игроки не ждут падения иены. Дальше сегодня и завтра в Японии праздники. Ну, тогда уже основные моменты будем рассматривать по ней на следующей неделе. Так. Новозеландец дополнительную цель немножко не добрал. Получается там сколько? Около 6 пунктов, да? Ну, в принципе, простительно. Вернулся в диапазон. Так что сейчас задача полностью соответствует понедельнику. Ничем не отличается. Он опять между уровнями 0.68 534, 0.68 835. И как только выйдет за пределы, тогда можно будет присоединяться к импульсу и идти дальше вместе с рынком. Если будет болтаться дальше внутри него, ну, значит, на этой неделе мы уже новозеландцем не будем пользоваться. Канадец. У канадца была попытка роста 2 числа, взял первую цель, дальше уйти не смог. Потом было большое количество таких вот ударов по первой цели, это 1.37, 368. Кто-то, я думаю, заметил, третье касание было, где оно здесь было, 23 часа вчера. И как раз почти отработалось, там немножко недособирал, там 7 пунктов, да, вот этот маленький откатик, скальперы, скорее всего, забрали. Сейчас очень внимательно с покупками. Почему? Потому что может быть каверзный момент. Представьте себе, что сейчас появляется вот следующим часом, тут 3 минуты осталось уже, да, в следующий час закрывается вот так, вы получаете сигнал на покупку, становитесь в покупку, и в результате видите то, что происходит разворот по времени, и цена возвращается обратно вот так, за вашими стопами. Поэтому будьте очень внимательны, смотрите фундаментальные показатели по Канаде, потому что эта сделка, скорее всего, будет более рискованной, чем предыдущие по канадцу. Теперь дальше золото. За счет того, что доллар усилился, золото снова пошло вниз. Раз оно пробило 1244.88, оно может сходить до 1.2, до угла вот этого вот жирного, либо до 1220.52, то есть вот так вот. Но по-прежнему восходящая тенденция не отменена еще. Пока что ждем, как будут развиваться события. Наиболее интересно все-таки подловить его, когда остановится падение, чтобы потом с маленькими стопами идти вместе с быками. Интрадейщики же могут, в принципе, и в шорт работать. Вот, согласно разметке на эту неделю, если посмотреть, то первый рывок был в понедельник, да, потом цена почти на протяжении 32 часов стояла фактически на месте, и вот в 6 часов вчера приобрела новое направление. И потом отработала еще 2 цели, сейчас даже 3. То есть суммарно получается сколько нот. Основная цель, первая дополнительная, вторая дополнительная, третья и четвертая дополнительная цель. То есть как раз в рамках недели золото очень сильно сдвинулось за последнее время. Вот. И, кстати говоря, сейчас вот этот час закончится, может быть диверс здесь. Так что кто заходил в шорт, если по золоту, скоро надо будет выпрыгивать именно в рамках часовой торговли. Если там на днях кто-то шортил, то пока еще можно сидеть. Для экстремалов на 15 минутках уже вниз цена сбегала, взяла первую цель, и вот сейчас как раз происходит коррекция. Тоже признак того, что она может немножко сбегать наверх. Буквально там 1238, и потом после 11.45 может снова начать падать дальше вниз. Серебро тоже за счет изменения силы доллара еще пробежалась вниз, хотя уже начали ждать дальнейшего его загиба наверх. Вот. Но доллар немножко изменил планы серебра, поэтому пока что протянуло ее еще фактически до середины. И возможно, так как видите, уже пунктирные линии появляются, да, то есть это те цены, которые участвовали в создании модели движения серебра. Получается, цена начинает сильно отставать от времени уже, и возможно, нам вскоре придется делать новый расчет, если мы скоро внезапно не увидим какого-то такого сильного роста вверх. В принципе, у нас уже почти все данные есть. Даже если рост начнется отсюда, спустя какое-то время у нас уже минимум, максимум есть. Так что, если модель актуальна, цена сильно отстала от времени, чтобы она хотя бы стандартно отставала, ей нужно вырасти, ну, хотя бы вот так. То есть где-то в район 18.26, 18.4, вот где-то так, как минимум. Если будут другие варианты, то модель будет разрушена. Так, дальше Михаил пишет: серебро торгуется в зоне убытка крупных игроков. Вчера по серебру поймал 2 лося. Так, ну, периодически лоси ловятся, ничего не сделаешь, но главное, чтобы математическое ожидание системы оставалось положительным. Так, ну дальше пойдем. Серебро на часах пробило 16 721, соответственно, может сходить до уже каких-то исторических значений, которые использовались для расчета модели роста, то есть это 16257 или 16163. Опять же, если не начнется резкого роста цены, то придется считать новую модель. То есть, возможно, в ближайшем будущем придется пересчитывать и часы, и дни. Так, дальше Михаил пишет, нижняя граница по серебру поменялась на 16,3. Так, давайте обозначим. Есть. Готово. Так, рубль, ну, по сути, стоит на месте, более-менее начал шевелиться вот последние несколько дней, только ждем, пока вернется к 58,54 или к 59,45. Мало того, что наши вроде, как я уже говорил, собираются процентную ставку понизить, так если еще и доллар сильнее станет, как раз рубль сюда вернется. Нефть марки Brent пока что продолжает падать, как раз к вопросу о сломанных диверах, да, дивер был уже вот здесь, то есть вот первая свеча не отработалась, вторая свеча пока не отрабатывается, если завтра он не пойдет наверх, то тогда дивер будет сломан. Дальше, японка. Здесь мы уже рассматривали, то есть в теории может дойти до 113.31, до 8.05.18, в зависимости еще от того, как будет себя вести завтра американский доллар на нон-фарме. Так, швейцарский франк на днях сейчас нам не нужен. И фунт, как, собственно, и ожидалось, вернулся к любимому углу 1.28.467. Сейчас будем смотреть, как он будет пробивать его или отбиваться. И, кстати говоря, уже наклевывается дивергенция. Вот он. Так что пока что все уровни актуальны. Все, что мы с вами считали, пока что ждем, как закроется ближайшая парочка часов. Если он все-таки его пробьет, то фунт может упасть даже на 27.081. Опять же, если доллар укрепится, это ему поможет в еще большей степени. Так, ну вот, собственно говоря, все. Давайте сейчас сохраню раздаточный материал. Напоминаю новичкам, кто только недавно присоединился к нашей беседе, что не нужно запоминать построения, которые я вам здесь показываю, потому что это все можно подгрузить прямо к себе в терминал. Так, ну давайте старые поудаляю, тут уже что-то их много собралось. Так. Архив 4.05.2017, как всегда, примерно в районе 1:30-2 по Москве. Постараюсь это выложить уже на YouTube и ВКонтакте. Так, 4.10.05 есть. Так что, кто смотрел не сначала, можно будет в дальнейшем посмотреть в записи. Сейчас на облако закину. У кого уже доступ к общей папке есть, заходите, уже можно забирать. А ссылку непосредственно на этот файл, тем, кто еще не привык ее забирать, сейчас кину прямо в чат. Вот, забирайте. И обращаю внимание еще раз новичков насчет того, как правильно закачивать информацию потому что не всегда в чате ссылка целиком синяя, так как я в чате модераторов смотрю, я не вижу, она в виде синего текста или просто обычными символами отображается, не как гиперссылка, то вы просто копируете мое сообщение, вот предпоследнее, да, которое было, вставляете в браузер, просто как Ctrl-C, Ctrl-V, нажимаете Enter. В результате вы попадаете на страничку. Вот архив 4.05.17, 6 человек уже скачало. Сейчас посмотрим, сколько еще скачало. Ну, вот уже 11 скачало, значит пока все функционирует. Так, дальше. Денис пишет: Алексей, скиньте, пожалуйста, ссылку по пятничному клубному дню по стопам. Не могу найти. Дело в том, еще просто банально физически не успел его загрузить. Постараюсь или сегодня, или завтра его добавить. Вот. И потом, после того, как посмотрите, хотелось бы еще обратную связь получить. То есть стоит развивать семинары именно с подобной тематикой или нет, потому что до конца еще не понял, потому что народу было не очень много. То ли это из-за майских праздников, то ли из-за того, что данная тематика не так востребована, как другие. Вот, поэтому в дальнейшем, когда посмотрите, там через недельку, может быть, я тогда этот вопрос подниму, чтобы узнать именно, какие темы вам в первую очередь интересны. Вот. У меня на сегодня все. Встретимся с вами теперь уже на других семинарах. Кому интересны памп-счета, встречаемся через час в 11 часов. Обсудим данный инвестиционный продукт, как можно инвестировать в торговлю других трейдеров, как это сделать наиболее разумно, как правильно выбрать памп-счет именно под вашу методику инвестирования. Да? То есть кто-то агрессивно, кто-то консервативно предпочитает работать. Кто-то гонится за большими прибылями, кто-то хочет сохранить капитал, что такое диверсификация риска и так далее. Так что, кто только-только идет по этому пути, как раз, думаю, вам будет интересно. И вечером будет базовый курс для новичков, так что, кто захочет немножко расширить диапазон своих знаний, сегодня будем проходить уже тему ордеров, то есть рыночные ордера, отложенные ордера и так далее. Так что, всем, кому нужно, жду в 4 часа. На этом все. Всем удачи, попутного тренда. Жду побольше сообщений о профитах в чате. До свидания.